отличная игра сегодня. Скажи, за счет чего получилось такой большой разрыв сделать в сегодняшней игре? Спасибо за поздравления. За счет чего? Я считаю, за счет защиты. Вторую половину мы отыграли намного лучше, чем первую. Из-за этого и сложился такой результат. Скажи, пожалуйста, кто из игроков Глории сегодня отметился для вашей команды? Ну, против кого сегодня трудно было защищаться? Ну, можно сказать, команда играла достаточно хорошо для нас. Можно отметить номер 30, я так понимаю, который, да, Глеб, наверное, показал сегодня фееричную игру свою в карьере. Достаточно интересно было, я против него защищался, и мне было достаточно трудно. Он забил очень много хороших и тяжелых бросков. Да, неоднократно видели после очередных бросков Глеба, что ты отбивал ему пятюню. Вы до этого с ним как-то знакомы были? Нет, я... Ну, где-то, может быть, пересекались на каких-то играх, турнирах, но, в принципе, нет. Просто парень хорошо сыграл и хорошие, скажем, броски через руку реализовал. Понятно. Скажи, пожалуйста, какие были изначально от тренера именно Антоняна наставления перед этой игрой? Как-то разбирали игру? Какие были у вас расклады? В принципе, установка была собраться на игру изначально с первых минут. Отыграть в защите и играть в свое удовольствие, в принципе. Немножко мы сначала не справились с этой установкой. Стали пропускать в защите легкие очки. Ну, в принципе, так и сложилось. Все хорошо. Спасибо большое, Максим. Еще раз с победой. Желаем удачи и без травм. Спасибо.